Всем привет, ребята, с вами я, и мы сегодня я буду вам показывать, как моя сестра будет делать панкек, кекс, не знаем, что будет делать. Посмотрим. Тогда берет яйцо. Вот, тогда будет делать нам кекс. Чтобы сделать кекс, сперва надо нам 3 яйца взять. Вот. Айдан будет это мешать. Питер Айдан 1 стакан сахара кидает. Айдан мешает. Теперь Айдан добавляет гатык. Ну, это как по-нашему сметана. Сейчас Эмиль мешает. Теперь Айдан добавляет муку. Восемь ложек муки, да? Нет. А сколько? 10. А, 10 ложек муки. Вот. Теперь мы размешиваем муку, и получается как, не знаю, как там, картошка. Теперь Наня мазит что-то. Бабушка мазит маслом вот этой сторонки для кекса. Вот. Тем временем у нас сучок, свекла жарится. Это не жареное стекло. А процесс с кексиком у нас пока так. Ну, в принципе, это еще на кекс не похоже, но через час, полчаса будет. Вот мы перелили в тесто посуду. Вот. Хотя она должна не... Что? Что потерпаешь? Что с ним? Сейчас положим ее на духовку. А, или... И подпишитесь на меня, если вы любите кексики. А если и борщ, и кексики, то поставьте все вместе. Наш кексик, он уже готов. Осталось просто посыпать на него шоколад, и все, и он будет уже вкусный. Вот, ребята, получился такой кексик. Но это еще не все. Еще будем дополнять его, еще много что есть. Но вот такой на данный момент кексик.